Итак, ребятки, всем привет, и ко мне пришел долгожданный гость, про которого я вам вчера говорила. Встречаем! Кто же это? Это юный блогер. Таня. С Барсом. Ой, у меня видео включилось. У него есть собственная расческа. Прикольно. Но про нее я уже говорила. На своем канале. Я не слышала такого. Я просто не все видео твои смотрю. Конечно. Мы едим вкусные сухарики со вкусом огурца. А если Таня сейчас захочет, мы покушаем, то мы все будем кушать. Вот. И потом пойдем гулять с Барсом. А мы с ним там минут 10. А может больше он не гуляет. У него режим. Еще вот так. А ты тебе еще руки учишь? Да. Нет, на полу. Я их снимаю. Ногу мне прищемило. Лера. Спасибо. Давай еще что-нибудь поедим. Давай эти попробуем. Можно вот эти попробовать с вот этим соусом. Орел. У нас что-то семга. Надо было взять с этим. С барбекю соусом. Как он там называется? Мясо какое-то. Кто-то. Мне, кстати, ободрал барщик. Вообще. Кто-то говорит, а что ты на него так орешь? А он же не больно корябается. Угу. Вкусно. Не настолько твердые. Обгушает даже. Очень вкусно. Я не хочу. Это вкусно. Тебе нравится? Очень. Не честно? Очень честно. Так нравится прям. Не, так вообще ничего. Есть можно. Не помрёшь. А вы не забывайте, завтра будет распаковка для Барса. Да, мы говорила. Распаковка у Барса. Так мы что, не понимаем друг друга. Забиваем Сони тысячу. Я ей скажу, чтобы она посмотрела это видео. Я не увидела. Она уже услышала. Че, я посмотрела короче, это видео. Короче, все добиваем Сони тысячу. Что заходит? Потом посмотри это видео. Я не смотрю никогда. Пересмотри на до 30... Ой, до 3 минут 30 секунд хотя бы. Надо было побольше взять тарелочку. Давай. Можем. Не надо больше тарелочки. Где-то. Это такие вкусные. Угу. Их Барс не любит. Их Барс не любит. Ну, давай ему дадим. Вот он. На. Бери. Не ест. Почему? Не ест он. Вот только что сказал, что мой Барс такие любит. Я сказала, мой Барс таки не любит. Что ты человек? Мне пальцем показывает. Если она сказала то, что Барс любит. Потому что она... Меня. Нет, сухарики. Все она говорит то, что она сказала, что он не любит. Я сказала, он не любит такие сухарики. Сказала, он любит. Но Барс сказала, он любит. Ну ладно. Пусть будет любит. Да, я так сказала. Ага. Блин, они очень вкусные. У них по одному вкусно. Оу. А я хотела тебя напугать. Я прямо обосрусь. Да.
после появления Барса я уже ничего не буду. Он мне с каждым разом, каждые 5 минут из бока... Из каждого угла подходит и меня пугает. Я не боюсь. Вот он. Бескодряс. Ой. Ничего идет. А мне не детский контент. Детский. Нет. Эй! А, ну это такой. Нельзя. Найди. Ты его какая-то, как сосиску. Ты туда кинешь, что ты сюда. Хомяк бежит. Бля. Мышь. Я не боюсь, у меня кот. Ничего не бывает. Надо так поставить. Угу. О, садись вот тут. Мне здесь хорошо. Блин, вот если бы тебе пришло в голову первый, то было бы прикольно, что надо мной какой-нибудь пранк сняла. Вообще-то я уже это говорила в предыдущем видео. Стой. Но я очень не уходи. Я посмотрю. Мать моя божья. Барс, тебе жопа опять на 5 дней. В смысле? Опять капать. Клещ ушной. Угу, то есть такой же был. Иди уже 7 минут. Не знаю. Давай вопрос ответ снимем. Где мы вопрос найдем? Мы напишем сами, там не обязательно, потому что там большинство блогеров, которые так снимают, оставляют сами. Вот, мы просто типа составим вопросы. Вот. И будем отвечать, типа, было или не было. Давай. Давай. Тогда тут прощайся, выкладывай. Всем пока. Всем пока. Давай какую-нибудь обложку сделаем, ты потом скриншот сделаешь. Все. Чего ничего не отключается? Вот на это, да, на это нажимай.